Всем привет! А у меня все по-простому. Ужин уже фактически ужин. Две отбивнушечки. Огуречек, вы себе представляете? Прям запахло весной. И два кусочка ржаного хлеба. Ну, все по-простому, скромненько так. Очень вкусно. А отбивные говяжьи? Отбивные говядина без ножа. Не буду себе строить никакую интеллигенцию, хотя ножом, конечно же, я пользуюсь. Прием пищи у меня будет сейчас крайне, больше потреблять я ничего не буду. Отбивные вкусные, очень я их ела. Что тут у меня тут? Угу. Нож все-таки нужно было взять. Ой, умосъедательно. Вкуснейшее. Все так хлебушка. Все по чисто по-русски. Зачем мне эти омары? Ведь я без них прекрасно себя чувствую. Мне жаль того, кто не понимает селедку. Очень вкусно. А пельмешечки? Все-таки кухня наша капец какая вкусная и многонациональная. Ну, обалдеть. Похрустим. Собственно, мне сейчас вообще не хочется разговаривать, а хочется просто наслаждаться вкусом еды. Вот так хочется кусать. Нежнейшая говядина. Вот этот хлеб очень вкусный. Называется он то ли поклеван, то ли дарницкий. Вот настолько мне вкусно, да? Что я облизала. Лавровый лист.
Круто. Ну, это моя жизнь. Это мои будни. Сегодня я хочу разговаривать о косметологии. А завтра меня разморило, например, про ситуацию в стране. Потом, вы представляете, накрыли тарелочки вот этого вещества. Вот этого вещества волосок. Вы понимаете, да? Приправа. Приправа. Что сказать? Будни. У меня маленький канал. Ну, какашек я выхватываю как с большого. Люди добрые. Что сказать-то? Очень вкусно. Я просто так себя хвалить не буду. Ну, вообще, да, я думаю. Однажды. Очень давно. Моя сестра пришла с подружкой домой. Ну, и мама моя, тетя. Ну, ее мама, моя тетя. Накормила. Их обедом. Что-то там их торопило. Ну все, говорит, девки. Доебывайте. А у меня дела. У меня тоже дела. Всех обняла. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И я вас love is love. Серафима, не безобразничай.